обсуждения на предмет статуса выступающих. Фарс та провокація. Так назвав участь представників окупаційних кримських ЗМІ у засіданні ОБСЄ генеральний директор телеканалу АТР Линур Іслямов. Адже так звані журналісти, що поїхали до Польщі розповідати про свободу слова в Криму, не мають на це морального права, бо давно зрадили принципи професії та стали на службу кремлівського режиму. Ба більше, спроба спотворити для світу реальну картину подій в Криму, ніщо інше, як чергова спецоперація в інформаційній війні Росії. Никакой свободы слова там нет, и там даже рядом она не стояла, потому что никакой СМИ туда проехать не может. Журналистов телеканала АТР туда не допускают. Мы там снимаем спецрепортажи, как это для нас это спецоперация такая. Мало того, тех журналистов, которые на виду, ведущие, их допрашивают на границе, с ними ведут трехчасовые беседы, уговаривают вступить в русскую власть, там вот на этот код ТВ пойти работать. Вообще, какую речь можно вести о какой-то свободе и вообще в Крыму, если лидера крымских татар, самого Мустафу Джемилева, не пустили в Крым? Вот 3 мая. И если мы говорим о том, что вообще какая-то там должна быть какая-то вообще свобода, то как минимум Мустафа Джемилев должен туда заехать. Поэтому все, что делается, это чистый фарс такой.